в этот момент, что за этим нужно следить. Теперь следующее. Когда происходит нагрузка, если вы подняли хотя бы ровно руки, то руки партнера просто начинают соскальзывать по сторонам. Вы поняли? Поэтому вы свои ручки не даете определенно как крючок. Но не нужно очень сильно их прижимать. Иначе получается, вы будете сжимать ладошку партнера, и он будет куда-то неправильно ее выкручивать и так далее. Мальчишка, вот это, забудьте за вот это. Это как сборники на лице. Это не есть красиво, потому что, грубо говоря, ваша лапа – это ее лицо, то есть три головы получается. Но, если опустить вот три места таким вот образом, да, например, и если я поднимаю руки за руку, то это придает какой-то образ. Вы поняли? То есть вот это всегда помните. Если вы хотите лупаться, это не будет смотреть. Логично. То есть, если вам нужен какой-то... Если вам нужен какой-то образ, преподать там и так далее, тогда используйте. Но если это идет более как классики какой-то определенный, да, скажем так, это не дискуссия, это не типичный. Понятно? Это попробовали вправо-влево, да? Окей, теперь смотрите, что происходит со скольжением. Все то же самое, я вращаю партнершу. Теперь, вот та же самая схемочка, мальчишки. Сейчас все полностью будет зависеть от вас. Девочки сейчас будут набивать синяки, мотивации, и бить вас по праву. Почему? Потому что вы просто начинаете как бы брать. Ни в коем случае это делать не нужно. В определенный момент, если я стою сейчас с зрителем спиной, я ухожу вниз, я вращательное движение перевращаю линейное. Я просто должен двигаться. Вот я вращался, и вот я перешел. Вот это вы должны сопоставить. Смотрите, что происходит. Вот моя партнерша. Сейчас берем просто как объект, определенную массу. Просто, в этот момент я уже начинаю снижаться, я уже вкручиваюсь вниз. Теперь, что происходит? Вот в этой позиции бедра партнерша, ягодичка, должна касаться приблизительно возле моей левой ножки пола. Еле-еле. Вот здесь, посерединочке, она точно уже двумя половинчиками касается. И вот здесь я ее уже должен отпустить. Это очень важно. Если вы сейчас ее не опустите, вот здесь не переведете в линейку, то она у вас вот здесь просто грохнется на пол. Понятно, мальчик? То есть, грубо говоря, не знаю, ну давайте скучу плечи не хватит. Смотрите, грубо говоря, если я вращаю, подойдите. Да? Если я вращаю руку и перевел вот здесь, он уже падает вниз. Если я вращаю стул и вот отсюда начинаю, то он уже не будет скользить. Вы поняли, мальчики, что вы должны сделать? То есть вы должны вот это вращательное вот отсюда, грубо говоря, перевернуть туда. Теперь что происходит дальше? Со стулом все плавно. Вы подмешиваете. Еще и подкручивалось у нас во время этого все, хотя бы одно вращение сделано. Партнер, вот вы начинаете переводить подкручу, отпускаете. Тут она уже скользится, знаете, правой рукой подкручивает и подталкивает. Партнер, вы должны находить на одной точке. Только на одной. Все, если вы на двух или еще ножки касаются, вы просто остановитесь свое скольжение. Понятно? Сядьте сейчас на пол, девочки. И теперь приподнимите ножки так, чтобы вы вот ощутили одну точечку вот эту с ручки расставьте, чтобы девочки совсем боковой пресс у вас отсутствует, да? Вот эта позиция должна быть во время скажите спину или быть на спину. Вы поняли? Каждый раз анализируйте, почему у него не получилось.
а почему у этого получилось? Вот, вот как эти сделали, а как эти не сделали, и так далее, и тому подобное. Тогда вы очень быстро начнете в этом развиваться. Понятно? Давайте. А остальные отойдите, не мешайте, чтобы развиваться. Давайте, давайте, самостоятельно. Понятно. Помимо того, что сделали, давай, вы отобрали маленькую сторону. Вы сейчас шагали, ребят, вот смотрите, вот вы. И вот там, где вы точку взяли, представьте, вы видите, вот одновременно мы с ребятами 6 пар нити делать тоже сделали. Синхронно. Если не синхронно, то каблуки в голову могут воткнуться. Вы же понимаете, да, что там скорость и так далее, и тому подобное. Поэтому, соответственно, взяли точечку, держите эту точку, держите как бы, да, и так далее. Давайте начнем. Смотрите. Не читай. Ручка еще раз. Да, потому что тебе нужно продлить это скольжение. Если ты выходишь, останавливаешься, это другое, понятно? Да. Но. Давайте, давайте, попробуйте быстрее. Хорошо. Жахно. Жахно, говорит. Он там был, вращаетесь и так далее и тому подобное. Все это круто смотрится, поверьте. И если вы стоите вот так, то оно так же отстойно и будет смотреться.
Честно, я вам серьезно. Поэтому никогда не стесняйтесь, сразу нарабатывайте, делайте полную силу. Каждый любой элемент, я, например, балетмейстер, когда ставлю, я должен попробовать полную силу. Я должен посмотреть, ага, как движение будет смотреться, с какими скоростями и так далее, и тому подобное. Как это может быть, да? Думай, как это может быть? Поэтому, блин, всегда пробуй. Все во всех пробуй. Да. Другой слайд? Нет. Так, теперь давайте перейдем. Это у нас была какая поддержка? Нижняя. Молодец. Перейдем к этой поддержке. Да. Конечно. Окей, на самом деле, как бы, ребят, все очень банально просто. Если вы правильно выполняете грамотно технически, то ничего сложного нет в этом вообще. Например, есть когда партнерша сидит у нас на полу и разобрывает на плечо партнерки. Очень легкая поддержка, поверьте, чем просто ее сном взять и посадить сюда. Сейчас мы разберемся с пола, например, и с этой позиции. И вы просто вот будете зрите ради. Хорошо? Значит, что происходит? Партнерша садится вниз. Давай, это я вы просто не сидела вообще. Да, ножки вниз ставишь, садись на плечо. Можно ровно вот упираться. Значит, вот ваша позиция изначально. Вот это поддержка, то есть вы можете там варьировать, там, или она уже сидит, или еще что-то. Сейчас мы делаем следующее. Партнер, что у вас происходит? Вы делаете кач определенный, то есть партнер вот уходит назад. И теперь мальчишка своей маской, не руками, а именно всей маской. Я просто ставлю партнерши на ноги. Партнерша подпрыгивает снизу наверх. Я вам сейчас этот прыжок разделяю на несколько составных частей. То есть изначально вы должны ее правильно поставить на ноги, дальше партнерша выпрыгивает и немножечко будет отталкиваться от ручки так. Понятно? Ну, выпрыгиваешь. И сейчас вот только делаешь ровненький прыжок и все. И вот, ну, с прыжком у нас не сложилось. Да, вообще печально. Так, сейчас. Очень низко. Упирайся, упирайся. Я же поставил ножки. Вот, упирайся, да. И ровненько выпрыгиваешь. И, ну, почти. Только руки, когда вы не удачи, стараться вот не понятно. Следующий этап, ребят, вот это первый этап. Это репетиционный этап. Следующий этап все то же самое, только партнерша поворачивается лицом на зрителя. Понятно? А что да, разворот разрушится. Очень спасибо. Смотри. Мы сделали. Лицо на зрителя. Хорошо? Вот и все. Понятно? Сделайте это, пожалуйста. Давай. Только это. Только это. Только это. Не надо сейчас открывать там плечо. Только прыжок попробуйте и все. Давай, ноги куда уйдете? Ровненько. Сначала просто выпрыгнуть ровно на это. Получилось, потом разворачивайся. Ну кто-то хочется, если разворачивайся. Девочка, зачем вы смотрите в зеркало? Ровно выпрыгиваете. Вы начинаете вот это вот смотреть. И еще что? Не нужно это сделать. Что вы делаете, ребята? Ну что вы делаете? Ну бред какой-то. Мальчик, легонечко, еле-еле, занесинчики надо возьмите, за пальцы ее, дайте ей пальцы. Вы сейчас пытаетесь ее так вас высить своими руками, вы сейчас делаете мальчишку, вы сейчас делаете медвежью услугу. Она у вас вообще никогда прыгать не будет. А теперь, если вы захотите, чтобы она вам на плечо села, вы должны будете приседать вот так. Не смешно. Это трагедия, это проблема всех бальников. Бальники не умеют прыгать вообще. Не умеют.
Физически вы это не наработали. И теперь по поводу вот вашей траектории. У вас сейчас вылетает ногу. Почему? Теперь смотрите, можно на тобой поиздеваюсь, на тобой тоже. Ты его сейчас держишь подушку, ты его сейчас кстати. Теперь смотрите следующий эффект. Ты просто подпрыгиваешь, или ты его просто придерживаешь. Не более того, но чтобы не упал. Хорошо? Подпрыгивание на шею. Что происходит? Что я делаю? Ости, пожалуйста. Что вот сейчас произошло? Я сбил, я поменял траекторию. Сколько ты весишь? 60. 60 килограмм махнул. Это о чем говорит? Что вы находитесь в определенном невесомости, ребят. И вас очень легко поменять. И мы это потом будем использовать. В данном случае вы неправильно это используете. Когда вы сейчас начинаете выпрыгивать, мальчишки, вы где-то немножко руки или туда, или сюда забираете, и вы просто меняете изменение траектории. Плюс вы то же самое, девочки. Поэтому я вам говорю, что снизу, когда вы сидите внизу, ваша задача, вот вы присели, встали, ровно подпрыгнули. Присели, встали, с разворота, без партнера. Без партнера. Он вам просто помогает встать на ноги. Вы же сейчас пытаетесь куда-то лезть. Зачем? Объясните. Не спешите, ребят, пожалуйста. Вы выучите азбуку, потом сложим слова, предложения, рассказы без обиды. Не спешите. Плечевым суставом, не на предплечье, а именно плечевым суставом. Поэтому очень важно, партнерша, чтобы вы правильно выпрыгивали, а именно разворачивались. Теперь вы должны закрепить себя, девочки, именно наверху, правильно закрепить, ни в коем случае не расслабляя ни одну или какую-то там сторону. Что вы сейчас должны сделать? Вы сейчас попробуйте сядьте, вот там, где железочка есть, например, да, ровно. Просто сядьте на самый краешек. И вот закрепите свою спинку. Всего лишь навсего. И посмотрите, сколько вам нужно. Почему? Хорошо, что этот класс есть. Ребяточки, у вас плечо приблизительно вот такой вот эту вот площадь будет занимать. То есть вы, грубо говоря, не думайте, что это есть диван, табуретки, стулья. Это есть, грубо говоря, это есть жердочка вот такая. Вот мальчишек плеч. Оно не настолько там мега широкое, поймите. Поэтому вы должны понять это здесь. Как вы будете находиться на плечах так? Понятно? Посмотрите на свои ноги, что вы на мгновение начинаете делать. Это то, что вы сейчас можете нанести определенную травму под руками там, по партнеру. Понятно? Теперь попробуйте сесть, закрепить себя, попробуйте расслабиться. Давайте, сядьте, девушка, сядьтесь. Вот. Пробуйте, вот расслабьтесь вправо, там куда-то влево. Вот попробуйте, как оно вот это ощущение, как вы перекатываетесь ягодичками, косточками, вот это вот все. Вот этого ничего не должно быть. Вы должны просто закреплять себя и держать. Поднимите руки наверх теперь, поднимите их наверх. Вот. Вот это ощущение, которое у тебя сейчас неправильно, у тебя сейчас бедра впереди. Если бедра впереди, девчонки, вы просто будете в итоге соскальзывать. Поняли? То есть, сейчас. Попробуйте. Ну так классно, сидишь. Где? Держаться. Окей, теперь пробуем, пожалуйста, запрыгнуть на партнера. Партнеры пробуют поднять на хорошо. Но никто никуда сейчас не садится. В чем прикол, ребята? Партнерша сейчас должна будет выпрыгнуть и встать на свои ноги.
Вы, мальчишки, должны будете, грубо говоря, например, смотрите, вот она прыгает. Ну, всего пора лети, вот я делаю вот съезд, и вот я мимо должен встать. Вы поняли, что должно быть? Она должна сейчас выполнить свою функцию, вы должны будете отрепетировать свою функцию. Никто никуда не садится. Девочки, вы поняли? Мальчишки, понятно? Не надо сейчас хватать их там, потому что они сейчас там где-то не перепугаются или еще что-то. Вы их за ноги неправильно схватите, они лицом упадут. Не нужно сейчас. Все, пожалуйста, попробуйте. Каждый должен выполнить свою работу сейчас. Нарепетируйте просто. Давайте Влияет, как ты правильно ее подхватываешь. Если партнерша
взлетает, вы должны ее подхватывать в определенной пиковой точке и подводить вот дальше. Если партнерша взлетает и вы опаздываете, то она падает. Соответственно...